По поручению губернатора Алексея Русских восстанавливается государственный маршрут номер 30. На данный момент из 11 положенных автобусов горожан перевозит только один. Но уже в понедельник ситуация изменится, и на маршрут выйдет 10 современных автобусов СИМАС. В течение ближайшего месяца специалисты будут анализировать загруженность маршрута, и при необходимости количество автобусов будет увеличено. В областной столице 75% автопарка изношено, многим автобусам больше 10 лет. Запчасти давно отслужили свой век, а на одометре цифры с 5 нулями. Это стало причиной многочисленных жалоб от пассажиров в социальные сети губернатора. Срывы графика, низкое качество перевозок. Центр управления региона также фиксировал множество обращений по поводу неудовлетворительной работы, в том числе 30-го маршрута. Первая партия вот таких замечательных автобусов уже пришла. Их 10 штук. Пока поставим их на 30-й маршрут. Посмотрим отклик от населения. Ну, я уверен, что уже положительный эффект будет. Перспективы у нас до мая месяца еще 40 таких машин. Они у нас все финансовые вопросы решены. Сейчас по 10 машин в неделю будем принимать. А в дальнейшем группировку на автобусов будем еще наращивать. По планам у нас закупка еще 100 подобного плана автобусов. Также глава региона поручил восстановить утраченный ранее 59-й маршрут, который соединяет железнодорожный район и дальнее Засвияжье. И с 1 марта на него выйдут 20 автобусов. Кроме того, еще 30 автобусов поступят на маршрут номер 1 и номер 20. Всего в этом году будет закуплено 150 автобусов СИМАС, которые им помогут наладить работу общественного транспорта. Ну, это, безусловно, хорошая новость, потому что я сам проживаю в новом городе и часто сталкиваюсь с тем, что маршрутки переполнены, маршруток долго нет. Конечно, дополнительные автобусы – это здорово. Новые автобусы соответствуют современным стандартам. Все машины газовые, оборудованы системой бесконтактной оплаты валидации, и в каждой машине установлена система учета пассажиропотока. Мы можем в онлайне теперь наблюдать, сколько у нас пассажиров едет в каждом автобусе, сколько произведено оплат. Учтены потребности мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями. Новые автобусы низкопольные, оснащены встроенными пандусами. Есть USB-порты для зарядки смартфонов. Компоновка сидений позволяет не перегружать проход. Это особенно удобно в часы пик. Подумали и о комфортных условиях для водителя. В кабине есть удобное кресло, функциональная приборная панель. Еще один стимул к работе – повышение заработной платы. В данный момент меня все устраивает. Зарплата от 60 до 70, может даже и выше. Все зависит от заработных часов. То есть кто-то к этому стремится, тот зарабатывает больше. Зарплату нам прибавили уже. 1020 больше, наверное, стало получать. Сейчас идет активный набор водителей. За полтора месяца ряды ПТП-1 пополнили 50 новых сотрудников. Так новые машины не будут простаивать. Александра Никитина, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.